Всех приветствую! В сегодняшнем уроке я хочу предложить вам связать вот такую вот красивую косичку. Косы и жгуты – это довольно-таки частый распространенный элемент при вязании спицами, и всегда хочется найти что-то такое необычное. И вот мне понравилась вот такая вот косичка. И сейчас я вам покажу, как она вяжется. Здесь идет 3 переплетения. И если вы будете вязать таким узором, такую косичку, то лучше чередовать ее маленечко со смещением, то есть в шахматном порядке. В следующей косичке переплетение делать вот где-то на этом месте. То есть понятно как, да? Она маленечко будет смещаться. И очень красиво получается. Так, вязать мы ее будем вот по такой схеме. Вот идет 3 переплетения, и дальше с 13 по 23 ряд у нас вяжется 12 рядов без переплетения. И дальше опять получается, повторяется вот эти 3 переплетения. Для образца нужно набрать 18 петель и плюс 2 кромочных, то есть 12 петель косы и по 3 петли по краям и плюс 2 кромочных. Итак, мы приступаем к вязанию. Нам потребуется также дополнительная спица. Кромочную снимаем и провязываем первый ряд. 3 изнаночных, 3 изнаночных и 12 петель лицевых. Провязываем первый ряд. Так, 12 петель лицевых. Снова 3 изнаночных и кромочная. Все четные ряды вяжутся по рисунку. То есть лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными. Провязываем второй ряд по рисунку. Так, третьим рядом мы будем делать наше первое переплетение. Следующим образом, кромочную снимаем, провязываем 3 петли изнаночных, 3 петли изнаночных. Дальше первые 3 петли нашей косички снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Дальше провязываем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее провязываем 3 петли с дополнительной спицы, которые мы снимали. Провязываем их лицевыми. 1, 2, 3 и 3 оставшиеся петли. 1, 2, 3 и дальше 3 изнаночных. И кромочная. Следующий ряд снова вяжем по рисунку. Так, провязали. И между косичками, между переплетениями у нас будет проходить один ряд тоже по рисунку. То есть вяжем еще один ряд туда и обратно, провязываем по рисунку. Так, вяжем лицевыми и 3 изнаночных и кромочная. Следующий ряд снова провязываем по рисунку. И в седьмом ряду мы снова делаем переплетение. Кромочную снимаем. Провязываем 3 изнаночных, далее 3 петли первых снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой, провязываем 9 лицевых,
9 лицевых и дальше 3 петли с дополнительной спицы. Провязываем тоже лицевыми. Так, дальше 3 изнаночных и кромочная. Далее снова провязываем по рисунку. Это у нас 8-й ряд. Так, следующий 9-й ряд. 9-й и 10-й ряд мы тоже вяжем по рисунку. То мы снова делаем переплетение. Кромочная 3 изнаночных. Дальше 3 лицевых. 3 лицевых. Дальше 3 петли снимаем на дополнительную спицу. Оставляем перед работой. И следующие 6 лицевых. И 3 петли лицевые с дополнительной спицы. Так, 1, 2, 3. Далее 3 изнаночных и кромочная. Следующий ряд вяжем по рисунку. И далее провязываем 6 рядов, вернее не 6, а 12 рядов. 6 рядов лицевых и 6 изнаночных. То есть вот этот вот промежуток, 12 рядов, провязываем по рисунку и делаем следующее переплетение. И у нас получается вот такая вот красивая необычная косичка. Если вам она понравилась, ставьте лайк. Что непонятно, спрашивайте в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока и до встречи в следующем видео.